конкурс. Дети читают стихи. Читает ученица 1-Д класса школы-интерната номер 4 Острых Лада. Стихотворение Владимира Степанова «Чудеса». По опушке шла весна, зёдра с дождика внесла. Тупилась на пригонке, а прокинулись ведёрки. Зазвенели капли, с угол делец сопли. И испугались муравьи, двери заперли свои. И потом ведра с дождиком весна до села не донесла, а цветная корова.